Какого черта, Даша? Я только собралась отдыхать. Извини, но ты сможешь отдохнуть, как только проведешь АСК. По результатам голосования сегодня АСК проводишь именно ты. Удачи! Серьезно, Даша, ни себе, ни людям. Да, я давно это заметила, еще в тот день, когда я примерила костюм. Следить за модой во время спасения мира – это глупо. Для суперкота нет ничего сложного. Ведь когда у тебя такое прекрасное чувство юмора, все злодеи вроде Бражника бегут в ужасе. А ну, стоять! А чё так кричать-то? Стою. Кошелёк или жизнь? Так кошелёк или жизнь? Ты давай, определись. Кошелёк. Или жизнь. Или жизнь. Или кошелек. Кошелек. Или жизнь. Или... Так, ты чё начинаешь? Я на минуточку словей разборник. Я ща как свистну. Ха, давай, свисти. Чё, давай? Чё, я должен, что ли? А кто сказал, сейчас свистну? Я тебя за язык не тянул. Так я и свистну. Ну так давай. И всё. Видимо, это еще одна причина, по которой меня выбрал хранитель. А мне кажется, тебя выбрали лишь потому, что ты воровка. Такая же, как лиса. Смотался бы ты отсюда, обезьяна, пока я тебя не убила. Уверяю вас, что я могу спасать мир без всяких талисманов. Мне не имеет значения того, какая сила от них дается. Проще работать своими силами, чем с силами талисманов. Быть хранителем не так уж и трудно, когда у тебя есть лучшая подруга по совместительству второй хранитель. Сима изначально отказалась мне помогать, узнав о том, что я хранитель. Заканчивай показывать язык, пока я тебе его не откусила. Конечно, я хорошая, о чем это ты говоришь? Когда будет нужно, Леди Баб всегда вызывает меня на помощь. И я не вправе отказать, ведь она наш талисман. Мастерство вранья у тебя и не отнимать, Вальпина. Виктор оказался импостером и был выброшен в космос. Ha 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 ha!